чтобы я тебя здесь больше не видел. Пошел к черту. Жду 5 секунд, потом ломаю и другую руку. Пожалуйста, прошу вас, не деритесь. Раз. Два. Оставьте его в покое, у него же травма. Ты что, проголодался? Он мне врезал. Ребята, он меня боднул. Это ты меня боднул? Он мне еще раз врезал. Это делается не так, Пиньон. Нужна техника удара головой. Вот так надо. Вот так. Удар должен исходить вот отсюда. Что, в чем дело? Вот так. Что? Что случилось? Что такое? Иди сюда. Иди. Ваши дела меня не касаются, но ты его бросила. А он этого не понял. Вот объясни ему, что к чему. Я больше не хочу тебя видеть. Не сердись, но между нами все кончено. Поехали, малыш. Да пошли вы, Тристан, пойдем. Да идите вы! Пошли домой, малыш. Это я разбил вашу машину. Что? Она стояла на площади Сен-Пой, я хорошо помню. Что ты говоришь? Эта машина блестела новизной, мы с ребятами ее отделали. Не слушайте его, он вас провоцирует. Клянусь своими тремя папашами, вчера я ломом крушил эту машину. Ломом. Вы с ума сошли, у него же сломана рука. А сейчас по домам, или я очень рассержусь. Поехали, малыш. Эту ночь ты проведешь здесь, а завтра утром решим, что делать дальше. Не плачь, малыш. Ты же мужчина. Поплачь, малыш, и тебе станет легче. Пошли, пусть он отдохнет. Сейчас ему нужна ласка. Предоставьте это мне. Алло. Это жено. А, здравствуйте, старина, вам уже лучше. Я в телефонной будке на складской улице. Приезжайте скорее. Пожалуйста. Алло. 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 Кто это? Мой депрессивный. Кто? Тот тип, с которым я встречался утром. Понятно. Он не в себе. Его нельзя оставлять одного. Уж я-то знаю, что это такое. Однажды жизнь мне спас мусорщик. Я тогда действительно хотел застрелиться, и мне надо было кому-то излить душу. А он тогда пришел за новогодним подарком. Ему крупно повезло. А где складская улица? Неужели вы, как нянька, поедете на край города его убаюкивать? Мне надо его увидеть. Присмотрите за малышом, я постараюсь быстро вернуться.